Шкатулка пуста. Точнее, в ней кое-чего не достает. Где оно? Мы знаем, кто ты. Мы знаем, кем ты была. Выдающееся достижение для бывшей наложницы. Я спрошу еще раз, ассасин. Что это за шкатулка? Откуда взялась и для чего она? Почему ты сопротивляешься? Оглянись. За тобой никто не придет. Мы уничтожили братство. Отсюда тебе не сбежать. Зачем мне бежать? Я там, где хочу быть. Какая наглость! Ма Юн Чен заставит тебя говорить. Пусть попробует. Неудивительно, что ваше племя вымерло. Мое племя еще найдет вас. Где шкатулка, которую вы забрали у меня? Тебе не достать ее, ассасин. Значит, шкатулка у одного из твоих дружков. Неважно. Я выясню, у кого она, убью его и заберу шкатулку. Ты хотя бы знаешь, что это за шкатулка? Я знаю одно, она принадлежит братству. Какая наивность думать, что ты сможешь забрать ее у нас. Что моя смерть хоть что-то изменит. Нет, убив только тебя, я не утолю жажду своей мести. Ты первый тигр, который падет от моей руки. Но поверь, далеко не последний. Когда-то здесь ассасины чувствовали себя в безопасности. Жан Юн и его тигры положили этому конец. Их было больше, и они застали нас врасплох. Они практически уничтожили братство. Смерть Гао Фэна заставит тамплиеров задуматься. Ассасины вернулись. Готово. Гао Фэн мертв. Как и Ма Юн Чен. Мясник? Отлично. Наш план сработал. Кто следующий? Терпение, сестра. Главное – осторожность. Теперь Джан Юн и его тигры правят всей империей. Сегодня он лишился двух тигров. У Гао Фэна шкатулки не было. В этот раз мне не удалось ее вернуть. Не волнуйся. Мы с самого начала знали, что рискуем. Если бы тебя поймали без шкатулки, то, скорее всего, убили бы. Мы вернем ее. Возможно, тамплиеры приведут нас к недостающей части. Возможно. Но я боюсь, что мы сами отдали врагам опасное оружие. Отдыхай, сестра. Вместе мы освободим нашу землю от тамплиеров и их пешек. Джан Юна и тигров. Мы возродим братство. Макао. Оживленный порт. Но мало кто знает, что по ночам тамплиеры здесь продают в рабство тех, кто им не угоден. Я нашел шкатулку Шао Цзюнь. Она находится у Юй Даюна, еще одного тигра Джан Юна. Его называют работорговцем. Так все эти зверства на его совести? Мне следует нанести ему визит. Будь осторожна, сестра. Тамплиеры обыскивают все корабли и каждый груз. Теперь они будут искать нас. Я знаю, ты без труда убьешь их. Но лучше не попадаться никому на глаза, пока ты не найдешь свою жертву. Я клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча Юй Даюн. Я подкрадусь к нему в тенях. Мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. Это принадлежит мне. Джан Юн придет за шкатулкой. Он отомстит за нас. Очень на это рассчитываю. Тело еще не остыло. Ассасин где-то неподалеку. Может, нам стоит обыскать доки, мастер Цюцзюй?
Ассасины утверждают, что защищают невинных. Покажем им, что случается с теми, кто идет против нас. Арестовать всех! Сжечь все корабли! Найдите ассасина! Сестра, ты не виновата в том, что случилось в Макао. Порт сжег тигр Цюцзюй. Он известен своей жестокостью. Мы называем его демоном. Я знаю, но мы стали причиной этого безумия. Мы и моя жажда мести. Я предупреждал тебя об этом, Шао Цзюнь. Я знаю, что твое желание отомстить не расходится с целями братства, но нельзя думать только о мести. Магистр Эцио сказал мне то же самое. Он мудрец, без сомнения. В отличие от нашей следующей цели. Вэй Биня. Змей. Тот, кто уничтожил наше братство. Правая рука Джан Юна. Да. Вэй Бинь приведет нас к нему. Но риск очень велик. Они знают, на что мы способны. Им нужна шкатулка и секреты, которые она хранит. К Вэйбиню ты пойдешь одна. Я знаю человека, который, возможно, поможет нам. Хорошо, учитель. Я отыщу тебя, когда убью Вэйбиня, и узнаю, где Джан Юн. Я — клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча — Вэйбинь. Я подкрадусь к нему в тенях. Мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. А потом я убью твоего хозяина. Где Джан Юн? Ближе. Ближе, чем ты думаешь. Он здесь? В Наньяне? Думаешь, ты умна? Думаешь, ты сможешь перехитрить нас? Мы знаем про Ван Янмина. Пока ты выслеживала меня, Джан Юн выследил его. Скоро. Ты станешь последним ассасином в Китае. Если Джан Юн здесь, в Наньяне, я должна найти его, пока он не нашел Ван Янмина. Нет! Вот она. Наконец-то. Видишь, девочка, твоя драгоценная шкатулка у меня. Убить ее! Учитель, простите. Я не успела. Надо было действовать быстрее. Я могла остановить Джан Юна. Я могла защитить шкатулку. Какой прок в мести, если я теряю тех, кто мне дорог? Я могла бы спасти вас. Я родилась в рабстве, одна из множества наложниц. Благодаря братству я узнала, что такое свобода, поняла, что у меня есть будущее. Теперь пришел мой черед дать надежду тем, кто забыл о ней. Когда Джан Юн и Цюцзюй будут мертвы, когда шкатулка окажется у меня, я займусь этим. Я вернулась к тому, с чего начала. Мое прошлое станет залогом моего будущего. Моя подруга, такая же наложница, как и я, теперь стала императрицей, и она рискует своей жизнью, чтобы помочь мне. Она знает, где искать Джан Юна. Но я боюсь, что ей грозит опасность. Если тамплиеры заподозрят, что наложницы помогают мне, они убьют всех, не моргнув глазом. Ваше императорское величество, рада вновь вас видеть. В чем дело? Мне жаль. Мы встретились вновь, Шао Цзюнь. Я узнал тебя в Наньяне.
и вспомнил, что когда-то ты была наложницей и подругой нынешней императрицы. Она с удовольствием заманила тебя сюда. Ложь. У меня не было выбора. Она выбрала жизнь. Точнее, она выбрала свою жизнь, пожертвовав твоей. И я ее понимаю. Я прощаю тебя, сестра. Трогательный жест, но абсолютно бесполезный. Братству ассасинов не суждено возродиться. У тебя не осталось друзей. А та, кого ты считала своей подругой, предала тебя. Именно так мы и уничтожаем ваше племя. Такая жалкая и слабая. Как и твой наставник, которого я с удовольствием прикончил. Подойди ближе, и я покажу тебе, какая я жалкая и слабая. Магистр, позвольте мне. Я клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча — Джан Юн. Я подкрадусь к нему в тенях, мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. Все тигры мертвы. Остался только ты. Я заберу у тебя то, что ты присвоил. Мою шкатулку и мою страну. Теперь ты хочешь помочь Алтанхану и монгольской армии преодолеть Великую Стену? Ты позволишь этим варварам захватить нашу страну, лишь бы только не потерять власть? Им не прорваться за стену. Им не добраться до Китая. Я остановлю их, а потом приду за тобой. Ты лишь отсрочила неизбежное. Задержка лишь разозлит этих дикарей. Они сочтут это предательством и пойдут в атаку. Им не добраться до моей страны. Стена сдержит их. До твоей страны? Думаешь, тебе удастся что-то изменить? Китай — это лишь начало пути. Мы будем править миром. А шкатулка, которую ты нам отдала, станет еще одним инструментом, который поможет нам прекратить все войны. Прекратить все войны? Возомнил себя героем? Мне не нужен твой мир и твоя власть. Отдай мне шкатулку, и твоя смерть будет быстрой. Твоей шкатулки тут нет, ассасин. Ее уже увезли из Китая, она в руках тамплиеров. Значит, шкатулку найдет другой ассасин, и это будет его судьба. А моя судьба — избавить мир от тебя. Ну, ассасин, что чувствуешь? Все так, как ты и представляла. Не льсти себе, Джан Юн. Твоя смерть позволила Китаю обрести надежду. Да, сначала я хотела отомстить, но поняла, что в этом нет смысла. Я нашла для себя другую цель. И какую же? Будущее. Для Китая и его жителей. Я исправлю все, что вы натворили. Я восстановлю братство и найду тех, кто поможет мне вернуть свободу в эту страну. Даже ценой своей жизни. Вместе мы будем сражаться с такими, как ты. Тамплиерам не победить. Братство восстанет из пепла. Учитель, император мертв. Эликсир жизни? Да, эликсир принес ему смерть, как вы и планировали. Сын пойдет по стопам отца. Стена защитит наш народ. И мы тоже встанем на защиту. Учитель, в прошлый раз вы говорили мне о подарке мастера Аудитора. А, шкатулка первой цивилизации. Да, я так и не смогла понять, в чем секрет шкатулки. Но моя одержимость ей многому меня научила. Пожалуй, это был самый ценный урок в моей жизни. Какой же, учитель? Тот, кто ищет мести, роет две могилы.